с Брайан Орсер. Чемпион мира 87 года. Он выиграл у своего извечного соперника Брайана Байтану и выиграл у него на родине Байтану, в Соединенных Штатах Америки, в Цинциннати. Но спустя год Байтану взял реванш и уже на родине Орсера, в Канаде, в Калгари, стал олимпийским чемпионом 88 года. Вообще канадцам не везет. Орсеру так и не суждено было выиграть олимпийское золото. Курт Браунинг, его соотечественник, 4 раза побеждал на чемпионатах мира, но олимпийским чемпионом так и не стал. Элвис Стойко знаменитый, 3-кратный чемпион мира, но также остался без олимпийской золотой медали. Композиция «История моей жизни» звучит, именно под нее катается Брайан Орсер. Соотечественников Орсера и Курта Браунинга и Элвиса Стойко. Но вот сейчас канадское мужское одиночное катание переживает некоторый спад. Достаточно сказать, что на последнем чемпионате мира в Вашингтоне лучший из канадцев Эммануэль Сандю стал только 8-м. Но канадским любителям фигурного катания есть чем и